Нештатная ситуация произошла в результате несоблюдения технологии производства работ подрядной организацией. Значит, были приняты все исчерпывающие меры, проведено совещание при прокуроре Лабинского района, разработан план мероприятий по недопущению дальнейшего затекания и нанесению вреда гражданам. Значит, основным вопросом, конечно, явилось несвоевременное выполнение работ. Фондом капитального ремонта при передаче площадки поздними торгами было предложено подрядной организации не приступать к работам в данный период времени, а перенести на более поздний срок. Подрядная организация уверила, то, что они успеют по всем срокам, будут использовать все материалы соответствующие. Ну, результат показал обратное на сегодняшний день. Сейчас максимально приняты все меры по использованию гидроизоляционных материалов, чтобы не допустить дальнейшего затекания и нанесения вреда гражданам. Сейчас ведутся работы в усиленном режиме, завезен весь материал, работы продолжаются. Уже нет у нас дальнейшего выхода, как прекратить работы, надо только продолжать и закрывать эти объемы. У нас приостановлены на сегодняшние работы еще по ряду домов, которые включены в региональную программу 2017 года. Поэтому как бы, будем сейчас прикладывать все меры, чтобы ликвидировать последствия. Составлены акты, все квартиры обследованы. За данный ущерб будет возмещен граждан со стороны подрядной организации в соответствии с договорными отношениями.